Здравствуйте, дорогие друзья! У нас вот такая техника Moto Life Technology. В чем причина? Жрет сильно масло. Ну, понятно, что поршневая искатана уже до смерти. На поршневой заострять не будем внимания, как разбирается. Разбирается штатно, как на 157, то есть как 150 кубов. Просто в процессе мы тебе, думаю, покажем, расскажем. В общем, разбираем двигатель, покажем, что случилось. Что-то он литр сожрал, да, масло? За один день сказали. Что за день, блин, литр масла съел, дымит как паровоз. В общем, там по ходу колец уже почти не осталось. Либо просто пропустили масло и задрало поршневую сильно. Вот такие дела. Разбираем, короче, да? Да, разбираем. Пробег сколько надо, да? 13,5. 14 тысяч почти пробег. В общем, вот такой вот динозаврик у нас в гараже. Крайне редкая вещь. Всего лишь я, наверное, уже третий. Может, его делаем. Сколько? Вот такие дела. Аппарат. Да, вот, ребята, такой вот прикол. Верхний успокоитель цепи ГРМ отломился. Первый раз такой вижу. Сколько я уже их перебирал, разбирал. Но вот это вот еще впервой. Вот, кусок откололся. Опа. Пополам, а. Это будем менять. Это ничего страшного. Как менять, мы уже показывали. Ну, давайте повтор еще потом. Как это будем делать, покажем в общем видео. Такой вот прикол. Так, натяжник цепи. Натяжник вроде в порядке, все. Чуть не покосился. Блин. Наверное, так солидно. Да, смотри. Вообще. Ну, жрал однозначно масло. Но что-то литр в день, я что-то не верю. Что-то как-то больно. Ну вот хозяева сказали. Что-то больно. Больно сегодня. Как-то. Слишком фантастически звучит. Просто знаю я обзорные моторы. Но не настолько много. Мешает маленько. Да, чуть-чуть, да, облицовка мешает. Цилиндр не задратый. Давай я подсниму его. Выработка есть уже. Видно, нет? Да, сейчас по-другому ракурс сниму. Снизу борозда. Вот этот палец останавливается. Это уже надо точить, либо менять. О, вот так. Ну-ка повернуть, покрути. Ну, в общем, выработка есть. Не видно. Так, дальше. Что у нас с кольцами?
Блин, не кажется, так пальцем легко снимет кольца, как ты. Почему? Не знаю. У меня от Крифан снимал кольцо и сломал. Правда, он на каком-то тракторе. Мне кажется, не ломаются. Здесь кольца какие-то такие легированные. Мне кажется, как ты заставил, но это ничего, нифига. Кстати, я не сказал, что ужасная выработка на кольцах. Подожди. Конечно, поршнем надо прижимать. Вот такая выработка на кольцах. Я бы не сказал, что супер ужасная. Может, конечно, маслосъемные кольца затертые вдрызг. Но по факту литров в день, я не знаю. Не верится. Ну ладно, будем перебирать. Завтра купим новую поршневую, будем ставить новую поршневую. И дальше все подскажем. Итак, друзья, по итогу у нас вот две 125-ки. Это и другая 152 двигатели. В общем, при поездке в город, по четырем магазинам походя, нашли только оригинальную одну поршневую только. Так, сейчас мы покажем. Стоп, с витрины. Два и четыре должно быть, если все правильно померить. Так, у нас одна поршневая на 225-ке. В итоге, посоветовавшись с другом со своим, который там занимался ремонтом этих скутеров с момента их появления, сейчас он уже перешел на уровень, то что у меня свой магазин запчастями этим торгует. В общем, приобрели у него 150-кубовую поршневую. Пятьдесят семь четыре должно быть. Так, в общем, что самое главное? Параметры все померили, то есть высоту цилиндров, все это совпадает, все нормально. Единственный момент, что он мне сразу сказал, надо учитывать, что вот это вот расстояние. Вот здесь вот, допустим, 61, да? Чтобы вот юбка цилиндра поместилась в блок. То есть нужно померить размер блока. Может быть заниженная. Но он сказал 61, меньше не должно быть. Я на это внимание застрял. Здесь вот на родной, кстати, поршневая родная. Тут аж на 62 эта юбка. Бывает и 63, бывает даже, мне кажется, и больше. Но 63 точно видал. То есть надо мерить отверстия блоки штангелем померили. Здесь вообще на 64 я замерил размер в блоке. И самое интересное, друзья, приехав домой, обратив внимание подробно на какая здесь стоит поршневая, и мы поняли, что здесь уже стоит 150 кубов. В общем, такие дела. Здесь уже была установлена 150. Так что будем сюда ставить 150. Купили успокоители. Вот они. Который у нас сломан один. Видели в видео. И так. И будем все собирать. Ну, успокоитель, наверное, покажем, как менять. Поршневую не будем показывать. Видосов много на канале. Несколько штук, как мы движки вот эти поршневые меняем. Кому интересно, найдут. Все посмотрят. А то опять очередное кино будет большое. Длинное. Так, пока все. Итак, друзья, ЦПГ мы уже собрали. Сейчас мы ставим натяжник. Чтобы поставить, нужно будет убрать натяжку. Отверточку плоскую. Маленькую берем. Сюда внутрь, там есть проточечка. Видно, нет? Да. Вот, отверточку раз. Это мы все скручиваем, держим с отверткой вместе и накручиваем болты. Потом просто убираем отвертку, и она сколько, насколько надо, натяжник вытянется.